Конец света как способ осуществления мечты. Не так давно мы вам рассказывали о таинственном человеке, который установил ящик на площади Свободы. Креативный нижегородец собирал в него пожертвования на осуществление своей мечты, аргументируя это скорым наступлением конца света. Сегодня мы отыскали этого самого молодого человека. Он в очередной раз проверял свою копилку. Вот, и тут у нас 5 рублей 20 копеек. Хотелось бы побольше. 1050 надо бы, чтобы осуществить мою мечту. Поехать на море. На море не был ни разу, хочу повидать море перед концом света. Время еще есть, но наконец света не за горами. Конечно, лучше бы оформить как-нибудь покрасивее. Хотя конец света вряд ли произойдет в это время. Могу, почему нет-то? Спасибо вам большое. Я интересуюсь, а что за мечта? На море поехать хочу. На море поехать. Ну, вообще, молодец. Вот Армагеддон уже близится, а молодой человек уже начинает выживать таким способом. Некоторые кладут даже деньги, пожелания. Вы оригинальный человек. Надеюсь, у вас сбудется мечта. Желаю, чтобы она осуществилась. И положили туда 50 рублей, завернутую бумажку. Ну, мы как бы придумали это как шутку с самого начала. То есть много везде всего написано при конец света. Ну, и мы решили, надо что-то пошутить по этому поводу. А когда начали класть деньги, мы очень удивились, если честно. Многие нижегородцы, я думаю, не поскупились бы на это. Вот. У нас же люди есть и богатые, и разного рода людей бывает. То есть не все же такие, кто зажмет денег.